Принесли нам на ремонт вот такой вот инструмент, ручной бензобур. Вот причина обращения не заводится. Вообще видео посвящено о том, как очень быстро диагностировать задир цилиндропоршневой группы. Вот очень серьезную поломку, которую устранить очень недешево. Вот мы сняли пластиковые все кожухи здесь. Открутили глушитель, на двух болтах он держался здесь и на одном винте сбоку. Вот, и теперь смотрим внутрь, и видно, я думаю, будет даже на камере, что внутри очень большие царапины. Это и есть задиры, вон они. Поршень хоть и ходит, но задиры уже необратимые, то есть их никак сточить ничем не получится. Только полностью менять поршень, цилиндр, кольца, палец, все под замену. И несмотря на то, что инструмент на внешний вид, можно сказать, идеален, такое ощущение, что вообще почти не работал, но ремонт уже обойдется в очень кругленькую сумму. Вот. Так что, если у вас что-то с поршневой, это не все задиры, но основные можно увидеть через глушитель. Снимайте глушитель, смотрите. И вы определите, задир у вас цилиндропоршневой группы или нет. Особенно если тепловой задир, а не механический. Подключайтесь на наш канал. Заходите на наш сайт looktool.ru. Там много интересного, действительно полезной информации. Всем удачи, пока.